Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании KXN, серия GT, на цоколе H7 с температурой освещения 6000 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Упаковка прочная. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится стяжка для монтажа. И также две светодиодные лампы. Лампы мощностью 50 Вт, как заявляет производитель. Полностью металлический корпус лампы. Имеет две системы охлаждения, активную и пассивную. Активная встроенный кулер, пассивная радиатор. И то, что сама лампа металлическая. Также металлический посадочный цоколь. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Подключаются лампы на питание как 12, так и 24 вольта с помощью стандартного разъема для подключения. На проводе питания есть небольшой драйвер. Герметично заклеен, пыль и влага защищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем лампы на питание. Вот так вот отсвечивает лампа. Очень яркий свет выдает лампа. Поэтому обязательно после установки любой, в принципе, любой лампы, ксеноновой или светодиодной, обязательно выставляйте светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Цветовая температура заявлена 6000 кельвинов в данном комплекте. Как мы видим, она такова и есть. Мощность светового потока, как заявляет производитель, 4500 люмен на одной лампе. При покупке на комплект данных ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.